Здравствуйте, мои дорогие. Мы дождались. У нас сегодня ночью была гроза. Дождь, правда, 10 минут всего шел, но прям громыхало. Вот. Зато прям все посвежело. Пыль сбилась. Прям красота. И горка у меня занят делом. Бабушке помогает, моет ракушки. Они у меня на улице пролежали. Года 2 или 3, наверное. Теперь мы их моем и сушим. Вот. А у нас сегодня непростой день. У нас сегодня Валерия 65 лет. Взрослый мальчик уже. Вот, так что мы сейчас с утра поедем на цыганский рынок, потом на море, а вечером будем чествовать молодого человека. Лавандочка как. Так. Ну, все, утром еще было пасмурно, а сейчас прям все, солнышко, ветра нет, небушко вон какое. Цыганском рынке. Нам уже сделали комплимент с нашими стрижками. Женщина какая-то говорит: ой, девки молодцы какие, классно как постригались. Так что не все от нас шарахаются. Что нам надо? Свеклы, мясо, салат. А, ну, огурцы, помидоры. Ой, цветы продают и продают. Ну, мы уже столько понакупали. Я так люблю георгины. Ну, а потом, да, картошка мелкая по 30 рублей. А ее намыть губкой и обжарить сразу. Вот такие у меня сейчас расцветут. Каких только нету. Зарин с Анной только глаз да глаз сейчас. Пока ходишь, снимаешь, она уже убежит куда-нибудь. Буду за Валериком ходить. Так, черешня 270. Что, никак оторваться не можешь? Там около пуда тоже они расцвели. У меня такие на фиоленте же были в бассейне. Ой, Ира, ягодки. Ой, пахнет как клубника. По 120. Клубника по 100 уже гниет. Конечно, цены немыслимые были, теперь гнилую продают. Вон ее сколько.
слишком вода. Не знаю, почему так плачет. Огурцы по 35 уже. Капуста по 30. Ой. Что такое? А кабачки? Мама не берет. Нет, вон картошка по 50. Я вижу, я смотрю. Красота. Всего-навсего 25 рублей. Зелень-то надо еще сушить. Да надо, конечно. Роликов газеткой прикрыли от солнышка. Вон они. Привет, ребята. А я уже их поснимала. Прикрыли газеткой. Вот, допустим, господи. Ой. Мясо чувствует. Нет. Старенький песик. О, целый птичник. Господи, и такие. И вон, и вон какие. Миленькие, правда, миленькие. А вот это здоровенные. Здоровенные? Да, ну. Склевать вам мою кепку. Ой, всякие, всякие. Сейчас спросим. Я поняла, я думала, вы посыпаете то. Не-не-не. Всякая штука. Вот это вот что такое? Это кнефопия. А как она? Розовым цветет. Вот такая пальмочка и цветет розовая. Она все лето цветет. Вот такая. И потом еще выйдет стрелки, несколько стрелок будет. Это раз такое. Девушка пошла, подписчица моя. Ира. Девушка сказала, что цена этому цветку 100 рублей, а не 250. Ну вот, открыли еще рынок с мясом. Быстро построили, правда? Домашняя грузинка. Правда, так построили. Да, быстро построили. Ир, Ир, посмотри наверх. Ой, не могу я. Да, я его слепила из того, что было. А тут пусто, все мясо переехало туда. Так. А тут не говорю, что голые будут как палаточки. Наверное. Маленьких магазинчиков, наверное. Попробуем деньги снять тут. Вот тут гораздо меньше людей, чем там, где мясо. Там не протолкаться. А еще открыли. Кругом одно пиво. Я смотрю. Что-то Ирина Санна не может определиться с мясом. Как тетеньки управляются с ножами. Ну вот. Что там, Сережка?
ставрышки захотел, надо пойти проверить. Может, кому захотел ставрышки. Сейчас еще Ирина еще помидоров накупит. Пойдем дальше. Ой, кругом плоды, плоды висят. Сливы. Вешены. Такое деревце небольшое, прям все увешанное. Еще жесткие, конечно, рано еще. Ну что, все в сборе? Петрушки нашла? Да. О, из Евросоюза здание. Доехали до Черноморского. Вот так вот. Дом на колесах. Кусты какие желтые. Вот так вот, да? Да. Столько роз тут, но за ними никто не ухаживает, не обрезают. И вот они, вот это тут, непонятно что. Так люблю этот дворик, но вот это, конечно, безобразие. Никому не надо, называется. Такие нежненькие прям. Наняли бы хоть кого-нибудь, чтобы в порядок привести это дело. Мало нам было на рынке. Еще два пакета. Ой, нельзя нас выпускать в магазин. Ой, сейчас передохнем и поедем домой. Не знаю, видно вам или нет. Вот там вот под камушками, по центру, сидит на берегу бирюзовая жаба. Поближе мне ее никак не снять. Мы когда на Фиоленте жили, к нам прибегала изумрудного цвета жаба. Прям такой цвет электрик был у нее. А тут вот бирюзовая. Я ни разу не видела такую. Ну вот, мои дорогие, показывала я вам, с Алиэкспресса пришла у меня вот такая штора. 3 метра в длину. В смысле, ну вот так, 3 метра вниз, 2 метра. Мало того, что мы замучились ее сейчас разбирать, раскручивать, оказалось, что у нее еще и расстояния большие. Так что если ее вешать на окно, наверное, в 2 раза надо сложить. Вот. И что еще? Очень коротенькая у нее вот провод сам с вилкой. Поэтому надо покупать еще вот эту, ну, такой удлинитель для нее. 3-метровый. Тогда нормально все. Вот. А так вот. Но это я вам сегодня вечером покажу. Вот, у нас мальчишки уехали. Вот пакет полетел. Уехали с Димой на пляж. А тут вон что творится. Ой, где же они там теперь? Ну, спрячутся куда-нибудь, в какой-нибудь магазин забегут. Вот, говорю, с 17 апреля, как Ира с Валерой приехали, не было ни одного дождя нормального. Но
ночью шел, теперь вон что, все заволокло, громыхает. Темно, как вечером. О, разошелся. Стучит, как дождик. Капли крупные такие. Где ж мальчишки наши-то? Но уж, конечно, МЧС предупреждал. Гроза, ливень, град. Ну, посмотрим. Погодка бывает обманчива. Вот и у нас вот тут днем был. Солнышко светило вовсю. Вдруг ниоткуда возьмись, ливень пошел. Будем теперь ждать, смотреть, как. Сухими из воды выйти не получилось. О, пошло дело. Ой, хоть огород не поливать сегодня. Дождям прям радуешься, потому что они редко. А в Мурманске, может постоянно идти дождик днем, а ночью светит солнце. Дурдом. Ребята, это не дождь, это оказывается град. Размером с виноград. Вообще на пляже прям вот горох из града вырос. Выпал. Да. Вот такой вот у нас виноград. Вместе с дождем. Это Черноморская, Крым. Обещали грозу. Вот оно, обещание выполняется. Только с запозданием. Слушайте, и правда град редкий, но и молния, и все дела. Вот это белый лед на песке, горошин, это град. А
происходит у нас, начался тут, в Черноморском, Крыму. Откуда ни возьмись. Первый раз такое вижу. Сразу вот тут реки образовались.